Итак, добрый день, дорогие друзья. Это Assassin's Creed Valhalla, прохождение на всем самом сложном. Ну что, погнали? Сука, опять полоска появилась снизу. Блять. Ёбаная хуйня. Сохраним, короче. Ой, загрузим последний наш сейв. Все, полоска пропала, заебись. Ну, блядь. Давай же, в прошлом, блядь, видео мы освоили набег на рек, по реке, по рекам, блядь, не знаю, как это правильно выразить свою мысль, похуй. О, мы плата ем с викингу. Другие игроки наняли моего ем с викинга. И меня ждет плата. А где ее взять? Если моего ем с викинга кто-то нанял. Ну ясен хуй, у него там топоры, топор охуенный, щит, блядь. Где плата ожидает, я не понял. Где деньги взять, блядь? Лети, Сюнин. А, вот здесь очевидно, блядь. Чё-то лагает, сука. Залпом с викингов построим. Добро пожаловать в зал Йомсвикингов, Эйвор. Теперь у нас есть где собираться и делиться историями. Здесь можно нанимать Йомсвикингов. Со временем сюда прибудут умелые бойцы. Лучшие из лучших. Эйвор! Выдели мне скамью! Я жажду добычи и славы! Хорошо, в другой раз. Я всегда буду готов. Где мне деньги-то, блядь, получить за то, что с моего Йомсвикинга наняли? Я хотел рассказать тебе о наследстве святого Георгия. Еще одна невероятная легенда? О, да. Говорят, что наследство святого, утерянное сотни лет назад, разделено и спрятано по всей Англии. И никто не знает, где сейчас хоть одна часть столь великого сокровища? Не знал до недавних пор. Но я слышал много разговоров о нем. А теперь мои лазутчики нашли карту. В легенде о Георгии говорится о реках Северн и Экс. Что ж,
Там мы и будем искать. Тайники могут быть и в других местах. Мы точно не знаем, так что гляди в оба. Я даже не уверен, существует ли этот клад вообще. Хочешь выяснить? Да, неплохо бы. В путь. Удачи. Может, здесь плату я могу получить? Сука. Нет, здесь не могу. Залнем с викингов. А где длинный дом, блядь? Блять, ну чё с FPS-то опять за хуйня? Ну как вот в это вообще играть, блять? Я могу это не снимать и играть заебись, блять, на высоких нахуй. На высоком уровне сложности, блять. Ой, на высоком этом, блять, на высоком разрешении. И это чё за залупа? Так, что у нас там за задание-то вообще? До встречи. Бля, мне FPS это просто пиздец, нахуй. Так невозможно, блядь, играть. Ерунда! Нет там ничего сложного! И деньги-то, блядь, не получить, сука. Ебать, сегодня жарище на улице, это вообще пиздец. Ты просто-напросто не понимаешь всех тонкостей. Только потому так и говоришь. Что тут происходит? Хольгер хочет доказать, что флютинг — низкое искусство, а я не согласен. Оно грубое, простецкое, неприятное. И я с легкостью тебя в нем одолею. А вот ты нет, дубину, ты... Эйвор, будешь нашим судьей? Секунду, дорогие друзья. Так, с удовольствием. Почту за честь быть вам судьей. Вперед! Я начинаю. На вид я и Хольгер очень сильно похожи. Но в сущности, схож он со мной только рожей. Все вирши его хуже пьяного бреда. И совсем не секрет, чьей будет победа. Ну-ну, а теперь я. От флютинга уши вянут, будто розы. Страшные трескучие морозы. Только у дурака такое вызовет любовь. А искусство лишь то, что волнует кровь. Да, кровь. Вот, что думаешь, Эйвор?
Прости, Хольгер, но твой брат победил. От тебя я другого не ждал, Эйвор. Ничего ты не понимаешь. А жаль. Спасибо, Эйвор. Истина, наконец, торжествует. Рассудил челиков. Как встретим новоприбывших. Эйвор, я рада тебя видеть. Ох, кажется, будто прошли годы. Здравствуй, Валка. Тебе здесь всегда рады. Как ты? Все хорошо. Я в этом мире. А твоя мать? Она, наконец, обрела покой. И будет странствовать по миру, зримому лишь во сне. Мы можем лишь мечтать о подобном. Верно. Ну же. Как прошло путешествие? Волнующе. Ветер и волны благоволили нам всю дорогу. Мы летели, как птицы. А как ты? Несмотря на суровый вид, блеск в твоих глазах согревает мой дух. Может, это надежда? Наше поселение растет, люди счастливы, и я ожидаю большего. А видения? Порой приходят. Но не стоит об этом. Позволь мне помочь с вещами. Сюда. Мы нашли для тебя место у подножья холма. Каждый час нашего пути я пыталась призвать видение этого края. И получилось? Я узрела деревья, воды и холмы. Но не ожидала, что здесь так зелено. Чудесный успокаивающий цвет. Бальзам после долгих дней в море. Валка! О, боги, что тебя привело? Надеюсь, поселение не проклято? Ха, нет, разве что в кузнецах тут у вас какой-то уволень. Не часто удается ощутить себя дома, только что переплыв в море. Это сильное место. Живое. Ты предвидишь для нас величие? Предвиденье ни при чем. Это голос сердца. Неужто, Валка? Что ты добиралась так долго? Я лишь хотела убедиться, что здесь все в порядке. Поговорим, как обустроюсь, Рандви. У меня уже руки отваливаются. Что это? Самые тяжелые запасы. Свинец, кость кита, золото. Вот и правильно. Пусть он наконец потрудится. Да ты охуела, блядь. Я ты многих привел сюда, постоянно чтобы начать тружусь, новую блядь. Жизнь на чужих берегах. Скажи, ты доволен? Пожалуй. Я рад тому, что смог построить, и тем, кого защищаю. Ты говоришь о себе прежде прочих. Возможно, открывая больше, чем хотелось. Эйвор, от Мелиора. Здравствуй. А кто это такой? Без понятия. Поселение явно растет. Смотри, твой новый дом совсем близко. Расскажи о своих видениях. Они почти те же. Изменилось лишь то, как ясно я вижу. Видения все больше напоминают воспоминания, а не просто сны. Всеотец все так же является тебе? Да, временами. И говорит со мной, но это даже звучит безумно. Понимаю. Спасибо тебе. Поставь все там. Мы на месте. Тут славно, как ты и обещал. Дай мне только устроиться, и мы вновь начнем говорить о твоих видениях. Валка, не стоит. Эйвор, это великий дар. Тебя коснулись боги. Прошу, дай мне помочь. Я задание пиздюка возьму. Я знаю, как прояснить твои видения.
помощью одного зелья мы можем открыть твой ум миру богов. Если хочешь, я сам позабочусь о твоем доме. Но на это нужно время. Превосходно. Спасибо тебе, Эйвор. Не за что. Добро пожаловать. Так, а что за меч вот этот? Это что такое? Эйвор, пока я не могу похвастать конюшней, но если построишь что получше, я смогу держать отличных скакунов. Построим конюшню. Конюшня птичья. Дай взгляну на товары. Блять, лошадь-то не видно, ебать, оптимизировали, блять, с консоли. Когда вот с консоли такую хуйню делают, всегда такая хуйня происходит. Пасиланда. Что-нибудь? Можем поупражняться? Разумеется. Чему тут еще лошадь можно научить? А у меня все завершено. На сегодня все? Скажи мне, Роуэн, почему ты так сильно любишь лошадей? Они с детства были моими лучшими друзьями. Лишь лошади не потешались над хилым, заикающимся пареньком. А со временем я начал понимать их не хуже, чем людей. Я слушаю, когда они говорят, и наоборот. Мне пора в путь. Прощай. Вот это славная конюшня. Боже, только взгляни. Разговаривай с вороном чаще. Они это любят. Боже, блядь, прошу прощения за такой вид, за такую картинку, блядь, за такой FPS ебаный. Я думаю перестать, возможно, записывать ассасина, чтобы играть по-человечески. Привет. Молва о нашем поселении распространяется, так что осмотрись. Может, увидишь новые лица. Посмотрим на карту союзов. Даны, что напали на нас, пришли из Восточной Англии? Да. Они служат человеку по имени Рут. Похоже, он сеет раздоры среди саксов и среди данов. Сыновья Рагнары давно хотели успокоить те земли и поручили некоему Финеру найти короля из саксов. Но с тех пор королевство пришло в упадок. Короля так и нет, а народ страдает от жестоких набегов. Предлагаю отправиться в Восточную Англию и во всем разобраться. Значит, пора на восток. Поговорю с этим Финером лично. Прекрасно. Так, а где тут, блядь, пиздюк-то?
Приветствую! У тебя есть для меня заказ? Есть заказы на убийство, есть заказы на... Нет, в основном убийство. Смерть одного может принести... Я надеюсь на тебя, Эйвор. Мое доброе имя в твоих руках. Не подведи меня. Мне пора. Увидимся. Увидимся. Так, где это нахуй? В Греттон-Бридж-Шире. Обязательно должно подзависнуть, блядь. Скип. Продолжаем. А, блядь, он на топоре скользит, нахуй. Я думал, на палке сначала. Что это у нас тут? Где? Это на чем? Что видишь, Сюнин? И где? Вот эти, что ли? Негоже так с женщиной поступать, мужчине. На. Подтвердим убийство и уберем маркер. Кто-то есть.
сейчас FPS нормальный, блядь. Не понимаю, как это работает. Хотя, блядь, село и обычная местность, в принципе, я понимаю. В другой жизни обдумай, что привело к этому. Нет, не приближайся! У нее же нет яиц, это женщина, блядь. Так, чё, все, задание выполнено. Рекомендуемая мощь 75, а у нас сколько? 70, блядь. Не стоит. Вернемся в Рейвенстроп. Блять, вот функция быстрых перемещений, насколько же она охуенна, особенно в Ассасине, блять. Но я уже от нее отвык, когда Death Gun проходил. Строим дом Валки. Дом Гельга. Ну, ее Валка зовут просто. Чудно. Спасибо, Эйвор. Надеюсь, тебе здесь уютно. Да нет, чем ебать, ноги раздвигай. Поговорим еще о твоих видениях. Можем, если думаешь, что стоит. Для того, чтобы сварить зелье, мне нужна еще одна трава. Она должна расти где-то у пруда. Зелье поможет тебе глубже погрузиться в свои видения, воспринимать их четче. Выпустить цветы. Чё это за хуйня? Нам нужен чертополох. А, всё понял, как он выглядит. Где-то у пруда, блядь. А чё за водопадом? Есть пещера или чё-то? О, я как знал, блядь.
Я принес тебе траву. Славно, славно. Добавлю ее, и зелье можно будет пить. Выпив зелье, ты обретешь мудрость самого Всеотца. Пройдешь по пути Одина, проживешь его жизнь в далеком прошлом. Приготовься к путешествию в другой мир, в иное время. Видать, первую аниму создали викинги. Зелье уже готово. Вкус совершенно ужасный, но если выпьешь, твой ум откроется всем 9 мирам. Влияние 90, а где это увидеть? Ладно, это задание пока оставим. Чё, пойдем, блять, в Восточную Англию. Ебать, как долго пиздовать. Скипнем. А, блять, ничего не зависло, все нормально. Это я случайно тупанул. Ну, блять. Где влияние посмотреть? Так, будем в Восточную Англию проходить.
всю хуйню, состояние там, блядь, тайны, короче. А, вот. А где ключ найти? Ключ-то где, собственно? Блин. Лети же, Сёнин. Вижу. Ключ-то я взял. Тор дал мне сил. Здесь все разграблено уже. Потом, блядь, да я ж ломал все. О, слиток никеля, можно улучшить какое-то оружие. Здесь артефакт, здесь мухомор. Бля, ебать, далеко все нахуй. Зайдем на артефакт сначала.
Столько злобы. Этот край кто-то проклял. Куда? Вон какая-то хуйня, может, туда нам? Эти земли прокляты троллями. И что надо сделать-то, блядь? Так-так. Здесь мы только что были. Что? Этот край терзают злые духи. Ну, я понял, а что надо сделать? Сгоняем его на ту постройку. Хотя, блядь, зачем? Я так могу пешком дойти. А, вот оно что. Что тут за хуйня? Стоп. Чё, одна змея и всё? Блять, пиздец, кто-то от змеи, блять, умер. Это ж надо быть идиотом, блядь. Я отомстил за тебя, друг. Мариан 48-93. Этот человек, судя по всему, долбоёб. Почему я сделал такие выводы? Да потому что он умер, блядь, от ебучей змеи, блядь. Я на хардкоре играю, блядь.
проклятие. Я что-то чувствую. Ключ-то, ёб твою мать. Сходим на мухоморы. Интересно. Какие врата? Ебать у него голёный нахуй. Вот эти.
сначала дальше-то куда? Так, видимо, я объебался. О, странно. Так, дед бородатый, какая-то баба, еще один дед. Че, я настолько тупой, что ли, нахуй? Испытание галлюцинации, ну... Вот эти правильные. Сюда зайти. Да ёб твою мать. Стоп. Я, кажется, начинаю понимать. Я не этого ожидал. Если вы эти войти. Так, остались только эти. А что за хуйня-то, а? Блять, погугнем.
Так, погнали, блять, я же через все ворота проходил. Почему-то меня все равно обратно выкинул. Это наркоман ебучий, а. А, блядь. Для богатого пламя, я помню, пылало, но ждала его смерть. Лучше живым быть, нежели мертвым. Живой наживает. Хорош. Так, теперь эту хуйню на сокровище. Там, блядь, побраться с кем-то можно будет, наверное. Да, заебись. Не стоит привлекать внимание. Сюнин, укажи путь. Бля, свистни. Рокнуло, блядь, получилось. Помогите! Помогите! Еще несколько челиков осталось. Иду возьму, а максимум повезимается. Всю армию нахуй перебьем. Нужна помощь! Сюда! Да помогут тебе норны! Спасибо. Весьма признателен. Бля, их же там завалят. Вы
же учили Глим. Гляди, моба! Стреляйте в крышу! Строго за мной! Проклятье! Я ж попадаю, блядь. Ну и щит вообще так смешно, блядь. Ай-ай-ай! Ах ты, охлеваемо! Вон еще челики. Блять, ну это я бы сказал вам ни разу не хардкор, я перебил нахуй целую армию, блять, ну не целую армию, но все равно. Жрать, по-моему, а не можем. Как хорошо. Все, все выжили. Тут какого челика ёбнули. Я видел, да и сам наносил похожие раны. Засаду устроили норвежцы, я уверен. Добивает, коснувшись топором. Я отомстил за тебя, друг мой. Блять, я хуею, как я вот на хардкоре играю, блять. Так, навыки.
теперь нам в синюю хуйню, по-моему, надо качать. Все, вкачали. Так, теперь куда же мы направимся? Ведь там так нихуя и нету. Мы в Восточной Англии. И теперь мы направимся, пожалуй, сюда. Лошадь, судя по всему. Думаю, синхронизирую точку. Ничего дальше не будет. Нет, блядь, далеко. Синхронизируем точку, и на этом данная часть закончится. Если не хотите ждать, ну, палу дальше смотреть, вы можете вырубать на этом моменте. Ну, блядь. Вперед! Возьмем эту тварь! Че нахуй? Блядь. Блядь, горим. Эти пизды ща влажают. Блять, как бы не умереть. Превращу тебя. Все готово. Что-то есть рядом. Нужно быть осторожнее. Видишь, как ты? Да, блядь. Да ну серьезно, что ли? Продолжаем. Здесь полно стражников. Полно, блядь, громко сказано. Ну, нахуй, чёрт, да.
сильную скрытую атаку здесь проводить на изи можно. Здесь даже два сокровища. Артефакт рядом. Что? Этот край терзают злые души. Да ёб твою мать! Блять, он заебал нахуй. Блять, стрелы надо где-то взять. Так. Неужели тут в округе нигде стрел нету? Хотя откуда, блядь? Бля, их нельзя скрафтить. А, можно лук поменять, понял. Блять, я не выбрал, что ли, лук-то? Так. В
проклятие Нидингов снято. Блять, огромная территория такая, и на ней нихуя нет вообще. Зачем она нужна, блять? Но, хотя я понимаю, это воссозданная территория Англии на самом деле. Стань моими глазами, Сюнин. Круги что-нибудь поискать. Медведей вроде нет нигде. Так, блядь. Двести серебра, ебать, у меня столько нету. А мы обязательно сюда вернемся. Нужно быть осторожнее. Так, надо вообще лук поменять на хищника.
погреб-то делать, блядь? Опять, сука, где-то, блядь, в ебеню. Блядь, он на... А. Придется подлатать. Так, новая способность у нас. Да не, нахуй не надо. А, вот еще какой-то. Нет, хуйня. Вот, мы достигли точки обзора. Так, ну сходим сюда, что ли? А, вообще я хотел заточить топоры, но похуй, тут рядом, блядь, какая-то хуйня. Блять, ну это серьезно, это не хардкор, это какой-то изи, блять. Скорее я тебе топор в очко воткну, ебать. Уебище колхозное. Ключ где-то под землей, опять ебаные погребы. Бля, такие ж стены разрушать можно.
где ключ-то, блядь? Ключ в подвале. А, колодец, блядь. Все, я понял. Бля, что так можно? Хотя, блядь, рано, я думаю, прокачивать всякую... Ой, блядь, топоры, потому что там топор, блядь, я видел пиздатый. Так, направимся сюда сначала, ну а потом в Нордвик. Синхронизируем точку обзора обязательно. На этом будет все. Место хоть где никого нет. Все оставлены, запасов хватит на 100 лун. Так что жизнь у вас будет сытая. Но, отец, ты не так уж и болен. Болен, увы. Норны послали мне не один знак. Скоро я умру, и топор, что передается от отца к сыну, перейдет к тебе. Я чувствую запах рыбы. Богатый улов, похоже. Получишь за него много серебра. Повезло. В тебе ощущается дух настоящего дрэнга. Я тоже дрэнг. В одеждах рыбака? Ты прячешься от кого-то или хочешь защитить близких? В моей жизни много чего было. Даже Рагнар Лодброк когда-то был землепашцем. Он часто завидовал мне. Ты был в великом войске Рагнара? Да. Здесь, в Англии, земля так плодородна, что на ней растет все, что душе угодно. А вода кишит рыбой. Я встретил тут женщину из Саксов, Этельсвик, и мы славно зажили вместе. Ракушки здесь лучшие в Англии. Я должен показать сыну, что значит быть дрэнгом. И умереть с честью. Я уважаю такое желание. На глазах у сына. Хочу поговорить с ним перед смертью. Умирать от болезни недостойно для его отца. Я сражусь с тобой. Мы покажем мальчику, что значит быть дрэнгом. Ты слышал, сын? Сегодня ты увидишь цвет крови своего отца, цвет отваги и чести, что превыше как всего. Поехали. Оружие любое. Ну, ты видишь, сын? Эх, ебать! Не, он слишком мощный для нас, пиздец. Пиздец, какой мощный, даже я бы сказал.
Не, нахуй. Не, дед, я передумал, ебать, хорош. Здесь ставим. На этом все, дорогие друзья. Всем спасибо за просмотр.